Да, конечно, давай. А, какая красота. Здесь можно и вот тут вот сесть, посмотреться на себя. И вот на камушке написано «Welcome». Подниматься туда. Я, говорит, знаю его отца много лет. Он ушел, он оставил. Намасте. Оставил тело. Намасте. Красивый какой. Улыбается. Ну, сейчас и мой будет красавчик. Он и так красавчик, а будет вообще красоты неземной. Смотрите, сколько у него перстней, даже на мизинчике нет. Я не могу этого упустить. А, у него даже, кажется, лак на мизинце. Поразило меня в самое сердце. Nice. One time Papa met Mary Dear in 1993 with German woman. Five camel hire. My nephew sitting. I sit on a horse with knife. В 93-м году он женился здесь с немкой. Both hotel we take. Это были там он на верблюдах. Five camel. Было пять верблюдов и лошадь. Он ехал на лошади. White horse. На белой лошади. И вся семья приехала из Дели. From Germany came 7 people. Из Германии приехало 7 человек. And we bring firework from Delhi for 10,000 rupees. Они привезли фейерверки из Дели на 10,000 рупий. Это было, говорит, много в то время. Ну, в 92-м это 30 лет назад. Это, говорит, даже в газетах про это писали. Yeah. But that was a very short marriage because но это было очень короткое. Это очень короткая была супружеская жизнь. Она просто хотела, говорит, мои деньги. И через год я с ней развелся. Very much only money. Только, говорит, деньги. It's a life. We have many things in это жизнь, да, много чего в жизни происходит. Массаж. Very good massage. I know. World famous. My father, my teacher, my boss. Generation to generation. Это из поколения в поколение. Они очень хорошие еще и массажисты. Пять поколений массажистов. Говорит, его отец, его учитель. Your father was your teacher, да? My father, my grandfather, and my grandmother, and my mother. И дедушка, и бабушка, и мама, и грандмама. Ab to tourist nahi hai, beta. Кой бат не, сэр, мы-то есть. Мы-то в вашей сфере. Ничего, мы его порекламируем. You put nail polish on your... No, my daughter is trying for me. А, это дочка. Я говорю, ты покрасил? У меня, говорит, нету. But only this one, my daughter is trying. Это дочка. I like this color. Мне, говорит, нравится этот цвет. Молодец. Not like. Okay, no problem. Представляете, у нас мужчина вот 5 перстней и плюс еще накрашенные ногти красным лаком. Наверное, бы его загнобили. 10 рублей не брать у вас? Кень? Дастра кень? 10 рублей. Дастра нот то хай? А, 10 рублей. А, ну. Мелочь надо. Эти бату мы делаем. Что он хочет купить? Давайте поглазим. Раз уж зашли к массажисту. Ну, тут видите отзывы даже от иностранцев. Best hand massage. Вот так вот.
пять поколений. Журнал отзывов. Многие страны, многие языки. Ну, сейчас поищем на нашем языке. Здесь немного русских туристов, хотя они тут и знают русский язык. Но многие, конечно, здесь были, особенно на Пушкар-Мэле. Но по сравнению, например, с Гоа, это не такое посещаемое нашими место. Ну, конечно, Гоа, сам штат, он насчитывает 1 000 000 местных жителей, а Пушкар, маленький городок, он насчитывает всего 14-15 тысяч, да? Рядом Аджмер, он 500 000, полумиллионный городок. Городок, да? На 500 000 городок. Городище. Посмотрите, ну посмотрите же, как много у него. Ну, друзья, русские, друзья, товарищи. Вы что? Не ходили к нему на массаж? Пожалуйста, сходите теперь после этого. Как приедете, сходите. Thank you. Lot of customer. Да. Thank you. Много also клиентов. I YouTube, also coming for он еще есть и на Ютубе. А таких книг у него 25 книг отзывов, представляете? On YouTube, which your name? My name Madhu. Madhu. Yes, I have turbo power hands for massage. You have look, you have just one and two, one and two, one and two. What I it have mean? One, two, three. А, боже one, мой, two, слушайте. Three. А что это у него как-то... Что-то такие длинные это пальцы-то. И какие-то эти, да, у него много, смотрите, фаланг. А как так? How it's? Массажные руки. Ну надо же. Первый раз такое вижу. Он сказал, что его вот этому вот магазину, этой парикмахерской, 150 лет. And your old generation work here? Yes. Пять поколений работали именно здесь, вот не меняя места. This my college, this my school, this my knowledge, everything this. Это мой, это мой колледж, это моя школа, это мои знания. Я никогда не ходил в школу. Все я получил здесь, вот в этом вот заведении. Ну, у меня нет слов. I have not words. I have not words because you can write or read newspaper. Я говорю, ты умеешь писать, читать газеты? Нет, не может. Зато он прекрасный парикмахер и массажист. And you not boring without reading newspaper? Я говорю, ты не скучаешь, не читая газеты? Он говорит, нет. Саша говорит, он очень занят. हिंदुस्तान में तो नए वाले बताते हैं कि स्टोरी जो भी आते हैं कस्टमर को दुनिया में क्या चल रहा है यहाँ पे आज पड़ोस में क्या हो रहा है आपके लिखे गए हमारे पुराने अंकल और अपने पूरे बॉडी मसाज कराते हैं बॉडी मसाज कराओ तो 800 रुपी वन होगा आपके लिए सुबह आधा बटर रूम जाके वो जरूर पहले अभी 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 आपके करूंगा वेरी वेरी गुड प्राइस रीजनेबल प्राइस थोड़ा सा हेड मसाज आई थिंक इज वेरी एक्सपर्ट इन द मसाज आई आस्क नो हाउ अबाउट द प्राइसेस यस स्पेसिफिक какие цены 150 फॉर नेक हेड एंड फेस मसाज 150 हाउ मेनी मिनट्स हाफ एन आवर में कितने नहीं नहीं आधा घंटा नहीं 10-15 मिनट 10-15 मिनट्स 10-15 minutes only. 10-15, да. Yes. 10, massage, body massage, 800 rupees. 10-15 минут, плечи, вот чуть-чуть спины и шею, голову. 10-15 минут. И массаж тела 800 рупий. Меня больше образование волнует. Я хочу спросить, ходит ли его дочка в школу, но пока там он занят с таким страшным ножом возле лица моего мужа, я пока боюсь. К
окно же убрал. Убрал. Могу спросить. And your daughter go to school? Yes, my daughter goes to school. Yeah. Which? I have four daughter. Also go college, also everything. And now is reading very well. А, хорошо, значит, у него четыре дочки, и они все ходят в школу, в колледж, они хорошо читают, и сын его тоже ходит в школу. А, окей, very good. А это кристалл свежести называется, мне напомнили мои зрители. Очень, очень полезно. Антисептик. А? Антисептик. Антисептик, да, антисептик, он говорит, да, да. Like sanitizer. Да, санитайзер. Better than sanitizer. Call it fitkari, fitkari, what do you call it? Fitkari, fitkari, we call it. Fitkari, fitkari, it's a Hindi language. Yes. Мы, говорит, это называем фиткари. Это по-хинди. Ну, кристалл свежести, можете погуглить. А здесь продается, я не помню, как он называется. Где-то у меня есть об этом видео, я покупала. Если после душа, вот, значит, подмышками мазать, мазюкать, потом потом не пахнет. Смотрите, как работает массажист. У детей, кстати, очень многие после стрижки, после бритья, они просят чуть-чуть массажа. Так, ну-ка, дай-ка, так, дай-ка, I come from other side. Давай я с этой стороны подойду, потому что свет, because light. You go inside. Иди вовнутрь. Саши говорит, что Пушкар это как мой дом. Расслабь все свое тело. Это что звенело? Голова Саши или его пальцы? Uncle is now in the heaven. In the heaven? Да, да, Саши в небесах от счастья, в раю. Парадайз. Парадайз. Даже смотреть на это, я уже тоже такая вся в релаксе. Классическая музыка, говорит. Саши, you relax. He tell you, you silence. Молчи и релаксируй давай. Он тебе сказал. उन्होंने भी यही शादी करी थी तो उस हिसाब से मेमोरी के हिसाब से उन्होंने आते याद ये लेडीज बेटी है ना इस लेडीज ने फोटो पिताजी
Я действительно даже вот смотрю на это. Я уже тут качаюсь на этой ступенечке, потому что я уже как загипнотизированная. Так приятно. Как будто бы мне массаж делают. Куда-то они все пошли вот в эту дверь. Сходил побриться, называется. What do you feel? Fresh, new? Newborn? Новорожденным чувствуешь себя? У тебя зимой. Косичку прямо ему заплетают. I make uncle beautiful. Он сделает uncle like baby. Красивым, как... Да, он будет моложе анти, дядя будет моложе тети. То бишь, Саши будет моложе меня. Ну ты красавчик. Very beautiful. Handsome, handsome. Типа зимой. It's all love. He loves me very much, you know. Это все, говорит, любовь. Он меня очень любит. Ой. И первый раз вижу Саши с такой косичкой. Ну вообще красота. First time you have, да? И не только я его вижу, а он вообще первый раз с косичкой. А, еще меня? Саши, Саши, I also sit. He will make for me массаж. Массаж, да. Брить меня не надо, массаж. Друзья, все, я ухожу в нирвану. I stop camera and I enjoy, да? Все. I like free mind. Да. Мне, говорит, нравится свободный ум, не болтать, не слушать. Все, окей. Все. I stop. More up, I have big one also. I guess. Yes. I will make after. Yes. No problem. Yes. Two in one. And relax. Yes. Ой, 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 ой. Браво, 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 браво. О, парадайз. Парадайз. Парадайз, да. Мама, move now. Мама, move. He will have, boy will have. Хорошо. Друзья, это рай, парадайз. Вообще красота неземная. О, это стоило того. Прекрасно, прекрасно. Он спрашивает, как ты? Лучше, чем раньше? Я говорю, как новорожденная. Look like newborn. You tell uncle now younger than auntie. Now auntie again younger than uncle. Я говорю, ты говорил, что Саши теперь моложе меня, а теперь я тоже стала моложе. Пошли, говорит, я тебя протестирую, как долго ты сможешь гулять. Thank you very much. It's really unbelievable. Это действительно... Tomorrow full body come with us. Да, да, да. Завтра, говорит, можно сделать на весь, на все тело. Ой, не, на самом деле, друзья, он, у него такие сильные руки. Я даже когда вот шею массировал, там спину, я аж кряхтела немножко. Но сейчас меня как будто вообще попустило всю, расслабилась. Ты мой красавчик с косичкой, как Мюнхгаузен. Аджа. We will come back. I think it was more than 10 minutes. Yeah, yeah. Я думаю, это было больше, чем 10-15 минут на каждого.
Ой, друзья, будете тут, не пожалеете 150 рублей вот на такой массаж или 800 на массаж полного тела.